5 декабря 1993 года на караульное помещение военизированной охраны станции Люблино Московской железной дороги совершен дерзкий налет. Двое охранников убиты, третий ранен. Кроме этого, из оружейной комнаты похищено 50 табельных пистолетов ТТ. Сыщикам сразу становится ясно, что это и было целью нападения. В стране, где заказные убийства стали обыденным явлением, это оружие вскоре должно было начать свою кровавую работу. Шли дни, но никакие зацепки и версии не срабатывали. Тогда руководство МУРа и Московской прокуратуры решаются на беспрецедентный шаг – внедрить в коллектив ВОХРа оперативника. После обеспечения необходимой легенды лейтенант Зубанов приступает к работе. Самые доверительные отношения у Зубанова складываются с охранником Кирсановым, которого все сослуживцы ласково зовут «Батя», тем самым, что чудом остался жив после налета. Однажды Зубанов узнает от бати, что налет, скорее всего, совершила банда известного в округе авторитета Зимина по кличке Зив. Но после тщательной разработки выясняется, что Зив к этому налету не причастен. Еще более уверившись в том, что преступник затаился среди стрелков ВОХРа, Зубанов продолжает наблюдение за коллегами. Но однажды замечает слежку. Слежку за собой. Несмотря на слежку, Зубанову по дороге на работу удается связаться с Петровкой и сообщить им о своем открытии. Руководство МУРа после некоторых колебаний, взвесив все за и против, решает продолжить операцию. Но теперь необходимо было подстраховать Зубанова. Немедленно к территории станции были подтянуты мобильные группы прикрытия и машины, оборудованные подслушивающей аппаратурой. Оперативники в прогретых машинах фиксировали на пленку каждого входящего и выходящего на территорию станции. Тем временем к зданию караульного помещения подъехал и сам Зубанов. Он знал, что его будут прикрывать, но риск был все же очень велик. Как только я появился в караулке, я сразу почувствовал, что-то не так. Никто мне руки не подает, смотрят меня все как на врага народа. Но думаю, сейчас что-то должно произойти, и вот... Двое уже находившихся в караулке сменщиков завели Зубанова в одну из свободных комнат, где и начался разговор, который, судя по всему, ничего хорошего ему не сулил. Они без предисловий сообщили, что из-за него теперь вдова погибшего при налете Константина Панина лишилась пенсии. Потому что Костя, как выяснилось, был связан с Зиминым, и бандиты убили его как лишнего свидетеля, который уже сделал свое дело. А кроме него проболтаться об этом было некому. Зубанов как мог пытался убедить новых товарищей, что он здесь ни при чем, но те становились все более агрессивными. Группа прикрытия уже готова была вмешаться в дело. Но события вдруг получили неожиданный поворот. В самый разгар объяснений с сослуживцами в комнату вдруг вошел батя. Кирсанов строго пригрозил подчиненным, что это они здесь устроили. Ну и что, что, мол, Зубарев новенький? Это еще не повод валить все на него. И вообще, почему вдруг решили, что это он? Короче, батя разрядил обстановку, и все успокоились. В первую очередь сам Зубанов. Позже он признается, что в первый момент чуть не бросился своему спасителю на шею. Но когда Зубанов окончательно успокоился и начал анализировать происшедшее,
вдруг все понял. Каким образом могли лишить вдову Панина пенсии за связь с Зифом, если Зиф здесь ни при чем? И вообще, версию о том, что к нападению на Вохор причастна именно его банда, ни от кого из стрелков Зубанов никогда не слышал. Ни от кого, кроме бати. Итак, значит, все, что только что произошло, хорошо разыгранный спектакль. Нужно было срочно и серьезно заняться батей. Моментально послали запросы по местам жительства и прежней службы Кирсанова Андрея Матвеевича, 58 лет, ранее несудимого, известного во второй команде первого отряда военизированной охраны станции Люблино Московской железной дороги под ласковой кличкой «Батя». И выяснились небезынтересные факты. До своей нынешней службы Кирсанов 12 лет прослужил в охране одного из исправительно-трудовых учреждений в Коми АССР, или, проще говоря, на зоне. Срочно были подняты архивы Главного управления исполнения наказания МВД. Не секрет, что за столь долгое пребывание на подобной работе у охранников и конвоиров появляются знакомые и по ту сторону колючей проволоки. Поэтому муровцы попросили выяснить, кто из находящихся в те годы в заключении воров в законе и авторитетов мог контактировать с начальником смены внутренней охраны лагеря Кирсанова. Одновременно шли запросы и на сослуживцев Кирсанова. Кто-то из них мог вспомнить что-нибудь, что могло помочь сейчас следствию, если бы оставалось время. Время, за которое это оружие уже могло конкретно пройти цепь посредников и попасть уже в руки киллеров, катастрофически просто таяло. И при каждом сообщении об очередном заказном убийстве мы просто вздрагивали. Ну вот, заговорили наши стволы. На самом деле, каждый раз оказывалось, что это, слава тебе, Господи, пока еще не наши пистолеты. Вся правоохранительная машина работала на полные обороты. Почти каждый час поступали справки, факсы и телексы. И к концу суток по возможным контактам бати с известными преступниками начала складываться кое-какая картина. Вор в законе Захаров. Убит неустановленными лицами в 91-м году. Вор в законе Криуля. Отбывает срок. Авторитет Яшин проживает в Донецке. По информации украинских правоохранительных органов, никуда в последние два месяца не выезжал. Авторитет Байрамов осенью 93-го года освободился из колонии, но вскоре вновь попал в поле зрения правоохранительных органов. И после одной из попыток милиции задержать рецидивиста исчез. Фотографии и ориентировка на Байрамова еще раз отправляется во все отделения милиции. Авторитет Касаткин умер от туберкулеза в марте 92-го года. Вор в законе Ганин, ныне преуспевающий бизнесмен, постоянно живет в Праге. По данным Интерпола, не исключена его связь с действующими в Чехии российскими преступными группировками. Был найден и первый сослуживец бати по лагерю. Персональный пенсионер Демченко проживал в Волгограде. К Демченко срочно направили коллег из областного УВД. Но полученная вскоре видеозапись его допроса ничего нового к портрету бати не прибавила. Хотя о нем уже знали немало. Да, как и многие другие охранники, батя закрывал глаза на вольготную жизнь криминальных авторитетов в зоне. Да, брал взятки по мелочам, разрешая передавать заключенным водку, чай, небольшие суммы денег и прочие мелкие радости. В общем, ничем не примечательный кум, каких в советских лагерях служили тысячи. Таким образом, главным источником информации о Кирсанове по-прежнему оставался Зубанов. Самое сложное для меня было не показать бате, что я его раскусил. Но, с другой стороны, я должен был вызвать его на какие-то действия, заставить его суетиться. На Петровке решают пойти ва-банк. Через третьих лиц до Кирсанова была доведена информация, что их новый стрелок, то есть Зубарев, на самом деле является представителем одной из иркутских преступных группировок, специализирующихся на заказных убийствах. Он был послан к ним, чтобы выйти на чистое оружие быстрее милиции.
Для подкрепления версии в один из ближайших дней по телевидению был показан сюжет о реальной иркутской преступной группировке, специализирующейся на заказных убийствах. Причем при этом были упомянуты фамилии, которые до этого уже назывались «Бати». Ответа долго ждать не пришлось. Возникли и непредвиденные сложности. То есть мы выяснили, что сотрудник нашего, человек в Охре, стал проверяться. Тем временем кто-то очень настойчиво, хотя и осторожно, продолжал интересоваться распорядком дня сотрудника вневедомственной охраны Зубарева. То неожиданно к телефону позовут на службе, то телефонный звонок раздастся в квартире. В трубку либо молчали, либо говорили, что ошиблись номером. Однажды кто-то позвонил в домоуправление, якобы из военкомата, и стал наводить справки о старшем сержанте запаса Зубареве. Теперь еще чаще за Зубаревым, то есть за Зубановым, стали наблюдать хвост. Неприметная серая девятка трогалась с места и сопровождала от дома до станции. И наоборот. Обстановка накалялась. Группа подстраховки буквально дежурила у дома и автомобиля Зубанова. Если это были конкуренты по поиску оружия, поверившие в легенду Мура о бандите из Иркутска, то рано или поздно они пойдут на ликвидацию Зубанова. А если он все-таки провален и за ним охотятся как за внедренным милиционером, то преступники могут попытаться вновь пустить его по ложному следу, предложить очередные, не менее красивые, чем Паразифа, сказки. То есть преступники будут тянуть время, пока оружие не окажется в надежных руках. В руках убийц. Но события стали развиваться более чем стремительно. В один из дней Зубанов, как обычно, под двойным наблюдением, добрался домой и направился к своему подъезду. В этот момент, ни разу до этого не выходившие из машины неизвестные, стремительно покинули девятку и направились за Зубановым. Иди сюда. Времени на размышления не было. Оперативники бросились спасать своего товарища. Но те, видимо, были готовы к такому повороту событий. Один из неизвестных, опередив на мгновение оперативника, бросился бежать. После предупредительного выстрела в воздух последовал выстрел на поражение. И убегавший был убит. Проверка показала, что погибший – это неоднократно судимый Игорь Костенко по кличке Кость. А задержанный водитель «девятки» отношения к делу не имел. Когда же сыщики копнули чуть глубже, выяснили совершенно поразительный факт. Костенко состоял в ближайшем окружении авторитета Байрамова. Того самого Байрамова, который сидел в том самом лагере, в охране которого служил нынешний вохровец Батя. Федеральная розыскная машина заработала на полную мощь. Облавы, повальные аресты членов и лидеров преступных группировок второй раз за последние три недели потрясли криминальный мир Москвы. Поставленное перед ними на этот раз условие было единственным, но очень конкретным. Где скрывается Байрамов? Его связи, контакты, места возможного появления. Но Байрамов словно в воду канул. А тем временем была получена санкция прокурора на прослушивание домашнего телефона Кирсанова Бати. Рядом с его домом в машине постоянно дежурила оперативная группа. Но Батя не выказывал никаких признаков беспокойства. Обычный холостяк, старый служака, спокойно дослуживающий последние месяцы перед уходом на грошовую пенсию. Продолжали раскручивать и единственную ниточку, которая была в руках сыщиков, убитый в перестрелке с оперативниками Костенко. Выяснили, что в команде Байрамова он курировал несколько ларьков в районе метро Щукинская. Подозрительных людей там околачивалось немало. Особенно часто туда заходил некий Чентурия. Он вполне мог быть связником находящегося в бегах
Байрамова. Мур решил рискнуть еще раз. В ходе намечавшейся в эти дни плановой общегородской операции оперативники решили провести обыск и у Чентурии в надежде найти подтверждение его связи с Байрамовым. Но вместо этого нашли то, на что уже, честно говоря, не надеялись. Пистолет ТТ. За считанные минуты компьютер центральной базы данных ГУВД Москвы выдал информацию. До пропажи пистолет числился на вооружении второй команды первого отряда ВОХР станции Люблино Московской железной дороги. На допросе Чентурия показывает, что пистолет он купил якобы для личной безопасности через одного своего знакомого по фамилии Крысин в киоске возле метро Щукинская, где на него, как известно, и обратили внимание сыщики. По данным Центрального адресного бюро, в Москве было зарегистрировано несколько десятков Крысиных. Но в картотеке Мура числился только один из них по кличке Крыса. То, что и он оказался приближенным авторитета Байрамова, на Петровке уже никого не удивило. Круг замкнулся. Налет на ВОХР в Люблино. Батя. Байрамов. Крысин. Пистолет. Но что делать Зубанову, пока не соберут все необходимые улики? Один раз у бандитов не получилось убрать нашего сотрудника, но это могло бы получиться в любой другой раз. Медлить или испытывать судьбу еще раз было рискованно, и Романов дает распоряжение задержать Крысина. Если все пройдет гладко, то Зубареву заступать на следующее дежурство уже не придется. Группа захвата по тревоге выезжает по адресу Крысина. В квартире у него обнаруживаются 4 пистолета ТТ из похищенных при налете на караульное помещение ВОХР в Люблино. На очной ставке с Чентурия и продавцом киоска Крысин понимает, что запираться нет смысла. А нести одному всю ответственность за налет на ВОХР с двойным убийством ему и вовсе не хотелось. И он раскалывается. Некоторое время назад Байрамов сказал ему, Крысину, что наклевывается выгодное дело. В одном месте можно взять целых 50 ТТ. И все потому, что у Байрамова там якобы верный человек. 5 декабря они с Байрамовым и Костенко, оказавшись на территории станции, перерезают провод сигнализации и врываются в караулку. На следственном эксперименте, когда дошли до момента, как бандиты убивали дежурных, Крысина попросили уточнить, с какой именно точки он стрелял в Панина. Крысин неожиданно задумался, после чего не очень уверенно показал, с какой. И в этот момент Романов понял, что именно все время терзало его при анализе сцены налета. ВОХРовец Константин Панин был убит выстрелом в затылок. Но у меня возникал вопрос. Не мог же он не слышать, как в помещение кто-то ворвался? А если он слышал, почему тогда стреляли не в лицо? Сопоставив теперь показания Крысина и упрямые факты криминалистической экспертизы, Романову стало все ясно. Панин не мог слышать, как кто-то врывается в караульное помещение, потому что никто и не врывался. Если бы Константин Панин действительно услышал, как в помещение кто-то вбежал, он должен был бы повернуться лицом к двери, и тогда пуля никак не могла попасть ему в затылок. Пришлось попотеть, прежде чем мы в деталях реконструировали всю картину налета. И вследствие эксперимента было выяснено, что стрелять в затылок Панину мог только один человек – Кирсанов. Открылась самая большая загадка следствия. Никакого вооруженного налета вообще не было. Все сделал сам батя. Тщательно разработал план преступления. В условленное время застрелил своих товарищей. После чего впустил в караулку сообщников, которые как по нотам разыграли налет. А затем инсценировал покушение и на себя самого. Как только нам стало ясно, какому риску мы подвергаем жизнь нашего сотрудника, я немедленно выслал по адресу ВОХРа группу захвата.
Оперативная группа подоспела за полчаса до конца смены. Но кто знает, что предпринял бы Кирсанов, если бы оперативники приехали чуть позже, когда он наверняка бы уже знал о задержании Крысина. Андрей Кирсанов, он же Батя, сопротивления не оказал. Более того, старался произвести впечатление старого и немощного человека. Правда, после допросов Кирсанова, когда постепенно сложилась вся картина беспрецедентного преступления по поводу этой немощности, возникли серьезные подозрения. После освобождения из колонии Байрамов встречается в Москве со своим давним знакомым Кирсановым и узнает, что у него на работе в оружейной комнате хранится личное оружие бойцов ВОХРа – полсотни пистолетов. Байрамов намекает, что может через свои связи в криминальном мире обеспечить их сбыт заинтересованным лицам по очень хорошей цене. Мол, такие классные пистолеты профессиональные киллеры оторвут с руками. Бандиты успешно осуществляют свой план, но потом, как показал Крысин, Байрамов куда-то исчез. Хотя они договорились встретиться на следующий день после налета. А спустя некоторое время Крысину позвонил Кирсанов и предложил встретиться. Батя передал привет от Байрамова и сверток с 5 пистолетами ТТ, которые Байрамов просил реализовать в качестве пробной партии. Сам Крысин торговать оружием поостерегся, но один пистолет через своего знакомого палаточника все же продал Чентурии. Пожалел приятеля, мол, тот давно хотел иметь личное оружие. Когда в караулке появился Зубанов, Кирсанов с подозрением отнесся к новому охраннику, но признался, что у него и в мыслях не было, что тот – самый настоящий Шарапов. А вот мысль о конкурентах-бандитах была, поэтому и запустил версию про банду Зимина и установил слежку за Зубановым. А когда по телевизору показали сюжет об иркутских киллерах, батя не на шутку перепугался. Если новый сотрудник приехал из Иркутска за пистолетами, то особенно долго с ним чикаться не станут. Иркутские братки не милиция. Как только раскусят, у кого пистолеты, то сразу же возьмут Кирсанова за горло. Лжезубрева необходимо было убрать, и как можно быстрее. И Кирсанов организует на него покушение. Теперь в следствии оставалось только поставить последнюю точку, выяснить местонахождение авторитета Байрамова и задержать его. И здесь Кирсанов умудрился преподнести сыщикам еще один, на этот раз уже последний сюрприз. В конце концов, Байрамова нашли закопанным в огороде на даче Кирсанова, то есть Бати, как называли его сослуживцы. А он называл их сынками, в том числе и Костю Панина, и Юру Мешкова, которых хладнокровно убил ради оружия. Вернее, ради денег. Они оказались намного ценнее человеческой жизни, которая, по мнению бывшего лагерного охранника, вообще ничего не стоит. –